Здорово, Виталий. Извиняюсь. Привет, привет. Все, бля, Влад, Даня, перейдите в гостиную. Все, сейчас начнем. Так, я... Так, у вас два холипала, два ишама, фибрилляция и дарасы. Ладно, пока в хотеле побуду, где-то шаман у нас пришел. Белин и счастливый танки. Берите штрюгеля. Еще раз шкаф. Короче, начинаем. Привет. Добро пожаловать. Кто не прилетит в инст после первого босса, кика. И без колебаний откликнулись на него. В этом колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Ну, счастливый каски, делаем дельку Лукиджи, стар, был призван Гормак, пронзающий бивень. Бой, герой! Твои чудовища не чета героям Альянса, Тирион. Каски, дайте кресты. Бля, просто раздам. Я видел и более... Телег, лапу. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Маги. Давайте, Геру, отведи босса. Каска, блядь, дает. Никто не дает. Надо в огне стоять. Я в РК заходила, вы что так быстро начали? С него надо выходить. Всем привет. Бейте этого гуся. Бейте мелких. Чудовищами, кислотной утробой и жуткой чешуей. Правого червяка бьем. Я
счастливый бабл крашен. Нужно подойти поближе. В воздухе повеяло ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной рев. Сражайтесь или погибнете, герои! Это заклинание еще не готово. Привет, ребят. Привет. Вы уже начали? Ну да, да. Мы же не плюсуем время, не отходим на 10 минут. Да, ну ты, наверное, даже не чекал на может Лену поднять. Надо резать козявку. А, нет, вы же еще не убили. Думала, уже все. Все чудовища повержены. Ты даже ачивка. Ставьте шкаф с Монти там. Кого-то. Здорово. Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего... На, вот, ссылка там тебе ВКонтакте. Баннерка завис, нахуй. Кончу появится грозный демон. Суманите шаманов, пожалуйста. Готовьтесь к забвению! Ага, получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Спасибо. Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя собака! Можно кулак Роги? Вот я главный! Быстрее, герои! Молодец! Дайте кулак Роги! 300 баф! Счастливый, давай, прото! Так, я дам! Бафает, раздался! Ладно, ничего не бахать. Ох. Плоть от кости!
крысенька, ты еще в Долоран убеги, чтоб тебя вообще никак нельзя было достать человека. Вообще нормально. Блин, чешки там закрыли. Послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. До скорой встречи. Входим к воротам. Вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Так, чернокнижники, играете по дереву, изгнание, страх по очереди. Так. О, Белин. Танчишвара. Там еще. О, квадрат. О, Танчит. Счастливый. Так, первого будем убивать. Наверное, Лока. Потом будем убивать Рогу. До этого Рогу станем, замедляем ханты там и кидаем дизарм, вары, Рога. Рога и вары играете дизармом по очереди по Роге, чтобы он не пиздил никого. Присты эфир. Так, сомнись, из тебя масс диспел. Снуба хила, диспел по цели, которую бьют все. Атомск. Так, Атомск. Контролишь. Ретрика. Ну и там по ситуации посмотрим. Чек на пул. Вытянуть звезду, когда начнем. К нам будем хуярить звезду. Все, танки побежали, звезду вытягиваем, хуярим. Пушка подальше, это робот, пиздюлей уже дать. Сосет. Станом и дизарм давай. Стан уже пошел. Маги можете пару выйти. Пару нахуй берите, блядь. Давайте звезду быстрее. Теперь кружок все бьем. Кружка звезду. Звезду играет.
воды ромбик. Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие войны. Этим и ради чего? Истинная опасность еще впереди. Нас ждет битва с королем Личом.
Давайте. Чем могу быть полезен? До встречи. Ворота, мы входим. Пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Блин, черная. Счастливые белые. А кто дает кулаки? Не знаю. Кто, наверное? Во имя темного повелителя. Давайте бить. Во имя короля Лича. Вы умрете. Я сейчас выбор все заменить. 25 человек, что ли? Не знаю. Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного... Особенно маги престы там будут нанесем удар по цитадели ледяной короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет. Сова вторую КД-ролик. Писал что-то в РК Томск. А Томск, ты тут? Да, тут. Как дела у тебя? Свои дома. Хорошо. А что смешного? Да, все. Что значит все? Что не так, когда дела хорошо водят, ты плачешь, что ли? Да, блядь. Белину передай выбор. Не ты. Схуяли это, Белину? А кому? А почему Белину? Ну а кому ты, как ты думаешь? Роги тоже пойдете? И Валина выиграла, она вторая порола. И Валина выиграла. И Валин, вот, хан. А сколько у него? 82. А, ну да, передавай ханту. Не тыкай, блядь, за сову кнопки, которые не нужно тыкать. Выборы, всякие воли, не надо тыкать. Можем накатался, Белая. Надо об этом писать, Верха. Чекнуть. Дайте пристабав.
Пацаны, все, что выйду, все отдал. Не надо тыкать, это хуевая привычка. Мне на сову ничего не надо. Ты передал ханту выбор? Да, отдал. Начинайте. А второго моба не надо, да? Давайте поактивнее трешку. Куда ты его ведешь к танку, блять? Как его милики будут бить? Ты чё, обкурился? Вот моб зарылся нахуй, вы его не били нихуя. Идите в пизду, короче, делайте что хотите. Не бейте нихуя, на лужи не забегайте, тоже не надо. Антитактика. Синие метки на людях, хилить не надо. Трэш не бейте, нахуй надо. Как стадо, блять, играете, хуя не делаете, что нужно. Слушай, теперь выбегайте, блять, а то так можно сдохнуть. Кто на луже стоит, тот сдохнет. Вот смотрите, блять. Вот пиздец. И обещал, господин. Пиздец, блин. Хуя РГП. Ага, блядь, по пятихатке. Тут прежде чем ГП давать, сначала предупреждают. Я вас предупредил. Сейчас до целка. Нужно сделать? До целка дойдем, блядь, там вообще, блядь, будете летать. Три секунды, босс выходит. Подходим сюда. Верим, ребят. Трэш под босса и заливает. Трэш играем. Забери босса, ёбаный рот. Алло, блядь. Хуя ты пиздец гонишь, ну? Как это вообще? У меня 1400 агро. Я хуй знаю, там... У Савы 630. Варп, пидор, танк нажал. Давайте рост. Трэш с сторонки держишь. Меньше половины хитили. И на рейда на фул стоит. Там два шама. С чем можно вообще не слезть? Лучший раз. На ИП кто-то перезаходит? Да. Давайте. Этот плащ на ДК пойдет? Перезаходите пока что.
Чики Белина, я забыл выйти с рейда. Так, кто еще заходит? Все зашли? Нет, стой, я не люблю. Не-не-не, сейчас. Кроме Белина, никто больше не заходит, да? Сейчас я почти пропустился. Чего у тебя там, блядь? Я ПГ погрузился. Вот там, блин, компы 90, что ли? Ну, типа того. Придет. Рэд сейчас. Вроде как и ВК еще один. Ой, ИК. Чем-нибудь помочь. Ой, да, смарт кем идет? Танком или ДД? Не знаю. Тогда я ДД.
интересно. Я и не смотрел. Наверное, по... Слав, там Варка Касая, Джослин. Можешь его сюда перенести? Так, Шама какой-то. Бедышный. Учитывая, что Вару убил, это ладно, что-то скрылось. Или какой-то вызначный план.
молодец, попал. Скажете потом, когда начнете. Подойдите. Когда заходил в этот штаб. И вообще без протокола погодимся. Протокол лечит вас. Мне кажется, что будет вести сегодня. Если яд есть, то сейчас надо резко хило. Вообще плохо слышно. Потому что микрофон отвернул. Прям от ноля грязь. Да, прям все шмотки можно снять, выкинуть, удалить и присануть в рейд. Там Гимась, он просится. Марка. Перекинуть. Ой, пацаны, вниз, замок перекинул. Павел это, Даня, замок перчего, подойди. Так, один слот. Чернокнижник, ставь шкаф, не смотри в небо. Ставь, как он называется, ящик этот. Все, блядь. Панков может не вертать.
Все, поехали. Значит, сейчас суммоним всех. Кто не принимает готовность, открою сразу. Четвертая пати писта суммоним. Че, бафы? Ну давай подумаем. Бафы. Белин кулак. Белин кулак, лимошка каски, смартку брота, пришествие кресты. Чек на кул. Ставь столик маги. Так, в танках. Рантурм, блядь. Сога тоже в танках спит. Рыбу. Не-не, будь ТД там, пускай два танчат, короче. Все, рыба 10 секунд, все, запускаю босса. Что тебе угодно? Добро пожаловать, герой! Пошли, хуя, ребята, вы услышали призыв серебряного авангарда и без колебаний откликнулись на него. Дайте го, они есть. В этом призыве вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Да не хватает. Вас, кто смогут пережить испытания, Бурика нету. Понял. Который направится в цитадель Лидии. Смотрю, крита что-то как-то совсем пиздец. Зачем на Фурик? Фурик, в пещерах грозовой гряды был призван Гормак, Процающий Бивень. Бой, герой! Саня, яды есть на урез от тела на последнего босса? Да, да, конечно. Я видел и более достойных соперников в багровом. Чем даем Геру сейчас? Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Маленьких гусей право через карту. И на протопала тоже подойдите, тут токсин у меня. На ком метка? Удачно придумать. Пройдись. Румлер, забирай, на меня тоже токсин. Все, стой спокойно. Бьем этого белобородого гуся.
повержены! Все чудовища рассержены. Так. Чем могу быть полезен? Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Так, кто там? Смартку тут можешь вырыть, река. Один танк справится. Благодарю, Верховный Лорд! А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Тут я главный! Быстрее, герои! Расправьтесь с повелителем демонов, прежде чем он откроет портал в свое темное царство! Перед вами Джарацус, эретарский повелитель пылающего легиона! Переключайте все врата. Ты же вроде в норме не бьют. Я знаю. Трагично и должна послужить уроком тем, кто смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. Белин, смартку в танка, в сога в танка. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Нихуя себе. Отойди, приз, блядь, чё ты там бегаешь? Ранчес. Сога танчишь. Квадрат вара. Так. Рогу танчит. Стронтурмблекс. Так. Где там ещё? ДКшник.
Бекашника танчит Белин. Смартку, ну, держи ханта, короче, крестик. Так. Все, пристымосфир, так, лог. Сова Аркона. Изгнание будешь кидать по черепу. Ой, блядь, вихрь. А Эндряга по выбору хилов кидает в вихрь. Так, сначала будем бить звезду, это лог. Потом будем бить... Эй, неси славки, неси косарь. Я перенесусь. А потом я перенесу. А потом будем бить череп после звезды. Все, чек. Начинаем, побежали танки. Звезду вытягиваем сюда, блядь. Фулл ДД в звезду. Беги, малышка, беги! Дискольте. Череп бьем. Ладно, бьем. Уберите вихрь с черепа. Вара среди сбить. Дайте вот эту руку, чтобы эти гуси сбежали. Чего вы ничего не даете? Писты дайте, эфир подойдите. Там визар попал. Диспольте. Никто нихуя не диспольит, всем похуй. Писты, массовое рассеивание. Еще и дохнуть умудряетесь. Кружок теперь после крестика. Все, ромбик, иди уже к нам, после черепа ромбик. Ромбик. Иди варок. Это двое тут.
пьем. А нахуя вы вытягаете туда сюда? Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Так, отходим к воротам. Воины. И ради чего? Добрый день. Истинная опасность еще. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры. Отойдите от сундука там. Черную все берем. Состязания начнутся! Тумбликс черная, а смородку белая. Сейчас спорим. Смородку Орнуса. Сога, спекнись, танка. И возьми белую. Запускаем. Буду КФК еще. Нет. Сова потанешь, нормально. Киньте сову. Забирай вторую вальку тоже, ДКшник. Все, видишь, он подошел. Пускай тут стоят вместе. Ничего не меняет. Встать и еще сомневаешься в могуществе Орды, Паладин? Мы примем любой вызов! Король Лич понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь и... Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг.
Погнали быстрее. Чё ты испугался? Да, ты, наверное, в гостиной был. Чек на пол. Дайте каску подруге. Да. Так. Кто там? Блять. Сога, давай в ДД, Белин в танка. Потому что смарт-кол. Так, Аркона, Кенинер по Белину. Я все закинул. Все, запускай, короче. Пизда. Это место станет вашей могилой. Ты ж под босса выбиваем, блядь. На лужу заходит. А вот и гости заявились, как и обещал. Ждем маленьких скоробей. Господин. Появится босс, значит, одну пачку под босса, и ее заливаем, да здесь и босс переведется. Потом рост, потом добиваем босса. Появится босс. Появляется трэш. Трэш под босса и заливаем трэш. Все в трэш. Ой, забери. Давайте, Геру. А, ты хил режешь? Ну ты не видишь на нем, что ли? Смотри внимательно. Не все на это показываются. Меньше хильте, что-то, блядь, фуловый рейд, блядь, не хильте вообще. Хилы, блядь. Один на друг хилит. Я на танках только кто-то кидал. Все. Погнали. Перезаходить, кто там заходит на ИП после РСК.
Кто-то перезаходит или можно накидывать? Да, сейчас приседу. Никогда не понимал, зачем не фуловыми персами выходить из рейда, заходить другие. Склота по 10 лямов надамажили за них. Красавчики. Просто два топа затащили наши рейд. Пожалуйста, Лок, вступай к нам в гильдию. Шкаф ставить умеешь вроде бы. Этого нам не хватает. Да. А чё все ливанули? Давайте заходите. Ну давай. Чё, пойдёшь к нам? А чё у тебя в твоей гильдии там? Хуёво, да, всё? Куда заходить? Не знаю, куда заходить. Что ты имеешь в виду? Куда заходить, говорит. Другой группы. А тут круглую неделю рейды. Так, кто еще там? Не могу пригласить члена другой группы. Так, что, все зашли? Нет, бывает инвайт на столбаке, я уже третий раз пишу. Я вроде приглашал, нет? Так, чё, накидывать можно? Алло. Всё, накидываем, короче.